Прикольно, все на нет ставят. Выберу 9. Не все. Ну, по статистике, 9 человек на да, 5 на нет. Это просто баллов больше на нет, поэтому переваливает. Стата. А черепашки не было в начале? Нет, не зак... Блин, ну такие совки прям крутые. Короли закрыла. Ура, да, случилось чудо. Сейчас прогнозик закрою. Выберите исход, да. Хорош. Выглядишь огонь, вандал, спасибо. Алёша ставит на нет. Червивит на нет. Ладно. Что? 45? Отмазка близка. Есть, друзья мои, наконец-то. И остальные бонусы у нас будут уже по фану смотреться. Ух, боже, квикспин. Да как же я тебя люблю. Больше x1000. Вот на что не могла подумать, так это на квикспин. Обалдеть. Ну я думала 1015. А там такие иксовки были порядочные. Там было x5, x4, x7, по-моему. Опять вилды. Не, ну это красиво было бы, если... О, таргет! Если даст таргет, это будет... Это, по-моему, про... Это... Посмотри, даст x-бут, как будто реально может. Вот видите, паури зашел вашей. Может, одну бонуску возьмем прагматики какой-нибудь? Фудпати не хотите взять? А еще одну бонуску не хотите посмотреть? А мне? Посмотрим. Давай. Хорошо, таргет. А что таргет отдает? Взрывай эту корабли крушение. Мисс, да как, мисс, ты чё? Ну это прагмат. Оставь этот прагмат, ну его этот прагмат. Да за что? Завязывай с романтиком, все понятно, пацаны. Я вас послушаю всех, ладно. Тогда надо бонуску по-любому. У меня ломка на бонуске. Где можно взять бонуску? Опять вилды. Ну что ты делаешь, Оксана? Опять вилды. Не, ну это красиво было бы, если... О, таргет! Если даст таргет, это будет... Это, по-моему, про... Это... Шайзе! Люки дельфикен фахн! Завязываю с фрагматиком. Ладно, завяжу, хорошо. Релакс возьми, может. Да, можно попробовать. Таргет, ну, таргет, пожалуйста. Но этот взрыв же должен быть. Есть! Закрой, вот, ну дам, тоже может, если закроет, дам, дам, да, это, погоди, сколько это, это сколько, пацаны, но это же не шайза, он не сказал шайза, погоди, стой, есть контактик, ребята, это, да ну нафиг, это что он может так сделать, ребята? Это что он может так сделать? Я тебе отвечаю. Просто вот это вот. Чисто вот под эту музыку хочется шагать как эсэпчику. А я тебе говорю, ребята, это просто, ну это просто, заносы недели, наверное. С кайфом, ребята, с кайфом. Есть контакт! Есть просто! Есть! Вот он, даст эксбут ваш! Я думаю, тут x20 считается монетка только с алмазом получше. Это слабенький алмазик. О! Алмаз выпал. Он всего лишь x100. Ну и разве, наверное, не будет, да, после этого. Сейчас, наверное, он сыграет максимум.
Найс. Найс. Нельзя покупал. Найс. X1000 походу скриптованная. Сейчас убавлю. О, еще поделаем. Я думаю, тут X20 считается монетка только с алмазом получше. Это слабенький алмазик. Ой, ёпта! 9-2. Связь в порядке, связь в порядке. Тут дуэльки. Такой черт по 40 рублей такую шляпу дал. Да ну, это понятно. Ожидаемое путается всегда с действительностью. Всякую херню дает, блядь. Двадцать и 58. Пойдет. Это пойдет. Так. Хаскав пока не будем добавлять в черный список. В черный список пока в Хаскав не будем добавлять. Да. Хотя та такая же подобная игра. Она мне 3 ФС-ки давала тоже. Так что, ребят. Можно еще. Нормас. Нормас, да. Ну и че? Все? Ой, ёпта! 9-2. 7-6. И 50, блядь. 10. Да пойдет, конечно же. Брат, я в телеге писал, что чуйку отобьем, все, и в плюс вы пойдем. Потом к X1000. Есть же. Есть же. Заносы недели, привет. Да? Я успел? Я успел. Вот. Одна игрушка. Всего лишь одна игрушка, да? Да ладно, блядь. 11 хотя бы. 11 ходов. Сладенький, давай, любимый, доброй ночи. Все, я уже начал каст крутить. Отдыхай, отдыхай. Ты, ну только поставь несколько будильников, не проеби. Так, ну 100 икс дал.
Та икса еще, падла. Ну реально за один расклад там сколько, 12 тысяч было, блядь. Это очень много, девочки, очень много. Ты везде был в Китае? Да нет, ты чё? Ярик, давай мемы. Чат, мемы полетели в ТГ. С чем, собственно, и поздравляю, мои здоровики. Да ладно. Да ладно. Да ладно, блядь. Если одна монетка, то да. Да, все, сука. Розыгрыш. Розыгрыш. Напоследок. Да как же хорошо-то? Как же хорошо, ребята? Давай, ну, 20-15, хорошо, 7-6 пойдет. Третий не сыграл. Или сыграл? Зацепил ее или нет? Не, да, зацепил. Кто сыграл? А, вот. Давай, ну, 20-15, хорошо, 7-6 пойдет. Ух. Зачем? Зачем? Затем, чтобы. Леха, если ты на стриме, ну скинь. В группу, а. Их 3000, блядь. Их 4000. Блядь, еще бы одна птичка, вот которая на следующем спине пришла. Хорош, хорош. Да,
Давай, давай, вот в него. Блять, ну вот в него еще раз. Это уже 1500 икс. Ты выигрывай в деповую порядку. Давай, давай, делай. Авто 6-1 Сибирь дома выносит. Нормально. А я видел, у нас кто-то там через ТМ брал матч. 1x через ТМ, что ли, блядь? В конфе писал кто-то. Не повезло. Давай, Максвин Конрад. Вот в этом слоте очень бы хотел. Вот сейчас надо этот коллектор ПР. Давай сюда. Хлоя! По жопе сейчас надаю. Вот сюда надо, 100%. Нужен Пэйр коллектор. Томиган снайпер, это хорошо, кстати. Нормально он нахерачил в одну и ту же точку. Найс, продление есть. Найс, блядь. Давай, давай, вот в него. Блять, ну вот в него еще раз. Это уже 1500 икс было бы. Вот сюда. Блять. А почему он может два раза всего выстрелить, Томми Ган? Охренеть. Я думал, минимум трешку. Давай в него. В коллектор. Пожалуйста, в коллектор выстрели. Снайпер. В коллектор. Сюда. Идет. Можно коллектор? Нормально. Вот теперь нужно просто продлить бонуску. Пожалуйста. 2000 икс нахуй. Хорошо. Идем дальше. Вот сюда. Снайперочек, 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 не промахиваемся. А если сейчас некромантер, а? Хорошо, блядь. Это здорово. Это молодец. Вот сюда, 100%. Папа, просто папа. Как ты, блядь, идеально стреляешь. А сейчас коллекторы, два раза. Можно. Продлить и коллектор. Пожалуйста. Коллектор, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как красиво-то, 4600 икс. Дарья. 92800. Это я, по-моему, сам, да, взял? Сам. Я в шоке. На, нахрен, еще ты так. 22. Давайте попробуем, что. Поросят будем разводить, коров. Ой-ой-ой. Еще давай. Мало. Опять мало. Еще мало. Все равно мало. 4. Красавчик. Ой-ой-ой. Итак, выигрыш. 10 940. Красавчик, браток. Рука Алдамана. Ты прям мощь. На нахрен еще пятак. Вот это да. 16 косарей. Вот это бахнул. Красавчик, браток, я охренел.
если честно. Я в шоке. На нахрен еще пятак. 22. Оп-оп-оп. Ой-ой-ой. Максвин, давай, бля. От души за слотик. Ни хрена ты, рука Лудомана, реально рука Лудомана. На нах, 33 косаря. Вот это купили, да? Оп-оп-оп. Еще пятак. Пойдет. 4 спина по пятаку. Так это занос, ребят. Это, бля, лютый занос. Это лютый занос. Это полтос. Это уже 60. Бля, рука Лудомана, ты красавчик. Это максималка. Вы достигли максимальной суммы, которую могли получить за отдельный раунд. Бля, ну вот это хороший спин, я думаю. Сцены. Давай не будем кричать, ты баллон, просто вайп групп. Ну, что-то как-то не то пальто. Ну ладно, будем надеяться. Будем надеяться, сегодня мы... свою жизнь. Дурные молвят, жизнь плоха. Слепым глазам не видеть дна. Пустым слезам цена гроша. Скупой псу не даст куска. Многоэтажки. Район запомнил по карте еще в подтяжках. Тут на лопатке за цацки не по-пацански. Учили старшие, правда не в рукопашке. Держи не кашли. Многоэтажки. Чем вижу дальше и старше, крепче затяжки. Любит не любит, обманчивые ромашки. Купая власть, отбитая молодежкой. Кстати, это пиздеж, встречают не по одежке. Давай не будем молчать, Абалон. Разве нам так тяжело? Просто но 12 спинов, в принципе, нормально. Ты хочешь что-то добавить в этот там костер? Да, жженное полотно, отражает их 7, кстати, это вот шляпа. Район оставил на левый колотый след. Тянет по малолетке, отрывки эти отрежь. Сволочи метят наверх, хотят мятеж. Близится каменный век. Но я не качает. А, ну вот их 2, блядь, да. Тех, кто вытирал мою рожу, когда я размазывал ею грязь. И тех, кто наказал этих подонков за подобные выходки. Других я не замечаю. Сильные люди признают свою слабость.
другие мнят себя героями. Затянет дым. И опять окунулся в туман, а вокруг все смеются. Помогите проснуться. Затянет дым. Бля, еще одна залезвила. Удадула к виску когтиски, но мой пульс не сдается. Светит мертвое солнце. По нам не плачут иконы, тени, талоны. Кто-то посеял во мне эту паранойю. Банда за брата стреляет в упор. Кто ты такой, если без патронов прячешь свою породу? Пырики в клетке, мы в матовой бэйхе. Грубые фейсы, кожанки на плечи. Ради потехи, не ради момента. Деньги, кассеты да пистолеты. Дети гнусные планеты. Бля, ну давай, давай открой здесь. Бля, ну вот это хороший фильм, я думаю. Сцены. Давай не будем кричать, ты баллон. Просто убавь грубый тон, вспомни район. Ну бля, ебани нам так, чтобы мы обосрались. Ну 48, пойдет, бля. 54, больно, ладно, живем. Плачь как девчонка. Все нормально, блядь. Плачь как мужчина. Слезами ярости и мести. Все будет хорошо, блядь. И лучше быть слепым, чем видеть фальшивые улыбки вокруг себя. Да. Затянет дым. И опять окунулся в туман, а вокруг все смеются. Ну, бля, миллион по такой ставке, конечно, жестко. Затянет дым. Хотя в половину бы. Да нет, сотку бы дал вообще. Но мой пульс не сдается. Светит мертвое солнце. Затянет дым. Я опять окунулся в туман, на вокруг все смеются. Я рискую, тот не пьет шампанское. Помогите проснуться. Затянет дым. Будто дуло. Песня, что за песня? Но мой пульс не сдается. Светит мертвое солнце. Блять, ну тридцатку добей, 5 спинов. 30 тысяч для тебя, блять, просто раз вплюнуть нам. И Васька кот, чё. Блять, о, X4, кстати, уже поделил. Тоже хорошо. Ага. Давай, давай, в начало эти все вайлды, линию, как бы, пожалуйста, сделай. Вот так тоже хорошо. 7. Блять, 7 туда. Как бы хоть эти зажигалки свои ставят. По 4000 тоже пойдет. Блять, да в начало, сколько конец начинает специально, а? Белых кросс, кем бы мне на хате затереть. На вторую семерочку. Рост, на сотни звонков рубаю мороз, каждый свой вдох поднимает. Так-то хороший мужик, да, на 7 считай, играй. Быстрой походкой, слышь, когда я сидел, еще 20-ка осталось, родной, накинись прям там, напрягись, блять. Вот, отлично, давай дальше. Хорошо, вот здесь семерочку закрой. Бляха, муха, надо закрывать его. Ну, сделай по-братски вот здесь. Кто был со мной, позвать меня назад. Спите, братья, все спокойно, на том же месте. Больше плана и сюжет стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальгия, иногда еще включаю трубку в авиарежим. В общем, есть что вспомнить. То, что лечит нас, это противозаконно. Делать нечего, я же так. Отлично, и в мегавесе еще, пожалуйста. Давай, в мегавесе открой семерочку. Блять, семерку вот это вот сделай, типа. Ну, эх ты, блять. Ладно, тоже хороший спин. Я так много натворил хуйни. Если чем обидел, извини. Сколько бы там ни было, я занимаюсь рэпом. Я с него начинал, и мы закончим, наверное. Все это чисто файлы памяти злого подростка. Пался недели подписчикам отмазали, блядь, как мы были. Пойдет.